Всем привет! Вы на канале Новости шоу-бизнеса. Друзья, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и поставить лайк. Это очень поможет продвижению канала. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Второй месяц России переживает за здоровье певицы Максим, которая попала в больницу с обширным поражением легких. Звездную пациентку ввели в медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на организм. Наконец-то она пришла в себя. Как сообщает источник из больницы, Марина пришла в себя и находится в ясном сознании. При этом разговаривает певица пока жестами и знаками. На днях медики приняли решение вывести звезду из медикаментозного сна. Это было сделано для того, чтобы проверить, сможет ли она дышать самостоятельно. Сообщает, что Максим уже может сама сделать вдох. Но врачи пока опасаются за ее здоровье, и чтобы дыхание оставалось ровным, перевели ее на вспомогательную вентиляцию легких. Пока же состояние Марины остается стабильно тяжелым. Но врачи делают все возможное, чтобы певица начала дышать самостоятельно в ближайшее время. Директор Максим Маргарита Соколова так прокомментировала информацию, появившуюся в СМИ. Добрый вечер всем. Хочу разъяснить ситуацию с новостями в СМИ. Состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни. Организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Иногда Марина бывает в сознании. Ваша поддержка все так же нужна, написал представитель. Напомню, Максим попал в больницу в середине июня, после концерта в Казани. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат, поэтому артистка не стала отменять выступление. Вскоре госпитализировали с обширным поражением легких. Информация о состоянии Максима поступала крайне противоречивая. Но благо директора артистки Маргарита Соколова периодически делилась реальными подробностями самочувствия звезды. На сегодняшний день медики отмечают, улучшение есть, а лечение продлится несколько месяцев. Понравилось видео? Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. На сегодня это все. Всем удачи, всем пока.